Телеканал КРТ представляє. Латифундія. Там берем далекое слово про Латинскую Америку. Из Латинской Америки в свое время поделали грядки. Ну, капиталисты, как у нас, повыкупали землю и выращивают каучук, бананы, там какие-то кофе, тростник и все. Разделение труда. Да, и, да, и все идет продукция на западные страны. Смотрите, что сейчас. Что Украина, почему вот у нас яблоки по 50, по 60 гривен, бананы, знаете, клубника 75, винниця написано, 75 гривен, яблоки 60 гривен написано, Житомир. И сзади бананы Эквадор 25. Через океан. У меня, знаете, что это, ассоциация какая? Первые мысли. Из всех этих фруктов только бананы на Украине выращиваются, потому что они 25. Клубника 75. А по картошке, проезд, подожди, проедь 20 километров от Киева. 75 гривен. Яблоки 60, эквадорские бананы за 12 тысяч километров по 25 гривен. Картошка. Дальше. Ну как эта картошка может быть по 17, по 20, по 25 гривен? В сезон по 16, по 17 гривен. Так, ты помнишь, люди сфотографировали ВТБ, наша отечественная картошка 30 гривен, ранняя, это в начале сезона, а египетская 22 гривны. Если бы, это нонсенс. Я вам так скажу, почему это все происходит? Почему наш лук будет по 17 гривен, узбекский уже молодой, будет по 6 гривен сейчас? Да потому что из Украины сделали ту же латифундию. Когда выращивали тростники, бананы, но не урожай бататы или картошки был в Латинской Америке, голод был. Почитайте, поинтересуйтесь. У нас то же самое. Что на вывоз? Что европейцы заинтересованы в покупке? Заказчики. Семечко, подсолнечное масло, это пшеница. Пшеница, зерно и рапс. Вот что они на вывоз готовят. И мы там декларируем. Мы, украинцы, входим там в друге, третье там, или четвертое место по продаже зерна. Ну а нам что с этого? Американская компания выкупила это, землю, это сырье. Насеяла себе зерна. Продала, деньги забрала американцам в Америку или в Канаду там, или куда, но они сами экспортеры. Например, в Египет, на Запад ушло тоже зерно. Вот и все. Мы только грядка. А то, что картошка не урожай, и она будет по 20 гривен, это что у аборигенов проходит, это никого не интересует. Вы помните, смеялись специально, нам втюхивали в наши мозги, что плановая экономика — это всегда плохо. Так вот, когда-то, допустим, на 50, на 52 миллиона граждан у СССР всегда планировали. Под картофель нужно столько-то миллионов. Вся Европа переходит на плановую экономику. О чем там говорить? Вот вам, пожалуйста, и Советский Союз, и его система, и его... А в доказательство этому бюджеты по 3, на 3-5 лет принимаются, не на год. И когда-то было, да, под картошку столько-то тысяч гектар, под это столько, под морковь. То. А теперь, Миша правильно сказал, теперь у нас один сегмент. Семечко и зерно. Рапс. Уже никто не считает, сколько мы картошки должны. И мы, и допустим, из энного количества, то, что нам надо, мы посадили в 5 раз меньше, потому что на семечке можно больше заработать. Вот вам и картошка. И если бы не белорусская картошка, цена бы была бы и по 40, и по 50. Это еще спасибо соседям нашим.